Этим праздничным утром я рад приветствовать своего гостя, народного артиста России Андрея Макаревича. Андрей Вадимович, доброе утро. Доброе утро. И с праздником. И вас с праздником. Праздником. Андрей Вадимович, я знаю, что война коснулась и вашей семьи. У меня воевал отец. Он ушел 18 лет на фронт. Его ранило тяжело. Домой пришла похоронка, была путаница. И вот, в общем, его все похоронили. Бабушка моя, его мама, вот она мне рассказывала, что я как-то не поверила. Хотя не то, что пропал без вести, а пал смертью храбрых, все было написано. Потом прошло 3 месяца, он вернулся на одной ноге, правда, но здоровый при этом. Очень меня не любил про это рассказывать. Все дети играли в войну, я играл в войну, и как-то я его пытался. Он вдруг время от времени вспоминал какие-то для меня неожиданные вещи. Вдруг он говорил, никогда не мог предположить, что железный танк сгорает, как спичный коробок за 60 секунд. После войны вы жили в коммуналке на Волхонке, и наверняка к вашему отцу приходили его фронтовые друзья. Они были веселые, я понимаю, что когда отец вернулся с войны, ему было столько лет, сколько сейчас моему сыну Ване. Мне этого трудно себе представить вообще. Ну, наверняка они пели песни, и мы сейчас эти песни поем. Как вы считаете, что в этих песнях особенного? Как правило, в годы, в минуты каких-то общих тяжелых потрясений рождаются самые сильные, самые искренние произведения искусства. Это не потому, что приказала партия и правительство, а потому, что художник не может на это не реагировать. Я обожаю эту песню. Неужели «Темная ночь»? Угу. Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Дорогие ветераны, спасибо вам от меня, от всех моих друзей, а
очень хочу, чтобы страна, в которой мы с вами живем, обеспечила каждому из вас достойную жизнь. Вы это более чем заслужили. Спасибо.